Всем привет, с вами Дэнни Монтана, и сегодня я покажу одну из своих кардио-тренировок для жиросжигания. Наверняка вы все любите крутить педали по часу в зале, либо ходить на дорожке, но лично для меня это скучно. Сегодня я вышел в парк и буду заниматься здесь. Так что печеньки в сторону, мы начинаем. Ну что ж, в качестве разминки сделаем прыжки в длину. Выбираем дистанцию 30 метров и прыгаем туда и обратно. Прямо как в школе нас учили. Погнали! Возможно, вы не знали, но одним из самых эффективных видов кардио для жиросжигания являются спринтерские забеги. Именно поэтому сейчас я буду делать 5 таких забегов на короткие дистанции и отдыхать между подходами до восстановления дыхания. Если у вас есть возможность замерить ваш пульс, у вас часы, например, с пульсометром, сделайте это, и идеальный пульс для жиросжигания и для того, чтобы не потерять мышечную массу, является не более чем 120 ударов в минуту. Так что следите за этим и погнали! Спринт. Спринт просто бомба, обалденно, уже так начинаешь потеть. Сейчас сделаем запрыгивание на небольшой парапет. Тоже отлично помогает развивать взрывную силу, поднимает все гормоны, такие как тестостерон, гормон роста, впоследствии чего вы топите жир и растете. Погнали! Классно, обалденно. Чувствую, как просто уже горят жиры, плавятся. Скоро будет сикс-пак. Ну что ж, и во втором подходе давайте усложним задачу. Сейчас будем делать запрыгивание на парапет, после чего мы спрыгиваем и делаем один бёрп. Мотор работает, но сидеть нельзя, нужно ходить, продолжать ходить. Когда вы поработали, сердце очень быстро работает, ему нужно давать остывать постепенно. Но не сидеть и не лежать ни в коем случае. Итак, ребята, сейчас усложняем задачу еще больше. Это будет наше последнее упражнение нашей жиросжигающей тренировки. Мы будем запрыгивать на парапет и делать приседания пистолетиком на одной ноге. Помчали. Get it together and bring it back to me. Bound you, Miss Ruby.
говорит да. Вот так руками взял, как обезьяна, знаешь? Я человек обезьян. Всем гориллам привет! Занимайтесь, топите свои жиры, ешьте правильно, бананы, как настоящие манки. Растите и всего наилучшего. Увидимся в новых выпусках. Пока. Get it together, bring it back to me.